Всем привет! Сегодня будем делать очень вкусное шоколадное мороженое без сливок, молока и сахара. Готовится оно легко и быстро, буквально за считанные минуты. Причем всего из трех доступных и полезных продуктов. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Для этого десерта берем очень спелые бананы. Идеально подойдут те, что продаются по акции. Очищаем их от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем творог, какао-порошок и хорошо взбиваем погружным блендером. В итоге должна получиться гладкая однородная масса. Если бананы попались недостаточно сладкие, можно добавить немного сахарной пудры. Ориентируйтесь на свой вкус. Теперь ставим наш десерт в морозильную камеру. И в зависимости от того, какая консистенция мороженого больше нравится, выдерживаем его там от 30 минут до часа. Охлажденный в течение 30 минут десерт перекладываем в кондитерский мешок. А затем выдавливаем его в креманку. Украшаем листиками мяты, ягодами и кокосовой стружкой. Через час приготовленная масса превращается в настоящее мороженое. С помощью ложки перекладываем его в подходящую посуду. По желанию и возможности украшаем любыми ягодами или фруктами. Посыпаем орехами или кокосовой стружкой и подаем к столу. Вот и все. Очень вкусное и полезное шоколадное мороженое готово. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!